А фестиваль народной культуры – это праздник вдвойне. Я открою вам маленький секрет. Те конкурсные номера, которые вы прислали, я уже начала слушать. И прихожу в восхищение от того, как молодые, талантливые ребята поют на своем национальном языке, играют на народных инструментах, замечательно выглядят в своих традиционных костюмах. Это так важно, сохранять свою культуру. Дмитрий Лихачев сказал по этому поводу, что именно язык и культура определяет нас как нацию. Именно этим мы интересны миру, своей необычайностью, своим разнообразием. Я хочу поблагодарить всех участников за присланный материал. Это замечательные выступления. Это маленькие мини-спектакли, в которых принимали участие и ваши педагоги, вкладывая туда всю душу, свой талант, ваши концертмейстеры. Конечно, отдельно нужно поблагодарить и родителей, которые всегда поддерживают вас. Спасибо вам большое за присланный материал. Я думаю, что результаты конкурса вас будут радовать. Здравствуйте, уважаемые участники фестиваля-конкурса «Интерфолк в России». Я приветствую вас. Вы творческие, талантливые люди и подготовили свои работы, свои творческие проекты для того, чтобы познакомить нас, членов жюри, и также с многочисленной публикой, которая будет созерцать эти работы в интернете. Мне очень приятно, что мне выпала честь быть свидетелем этого большого и радостного действа. Я думаю, что настанут те чудесные времена, когда мы с вами сможем встретиться, обменяться мнениями и продолжать свой творческий путь. Спасибо, до встречи! Уважаемые участники международного фольклорного конкурса «Гран-при Интерфолк», от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником искусства, культуры и взаимопонимания. Фольклор не имеет границ. Он понятен в разных странах, на разных континентах, вне зависимости, на каком языке говорит тот или иной народ нашей планеты. В конкурсе в этом году принимают участие лучшие фольклорные коллективы из разных стран. Это солисты, хоры, ансамбли и оркестры, фольклорные коллективы, исполняющие традиционные произведения, показывающие народные обряды, обычаи, праздники и игры. На конкурсе вам предстоит не только показать свое глубокое и уважительное отношение культуре своего народа, продемонстрировать высочайшее исполнительское искусство, ведь это конкурс, но и получить радость от общения с другими творческими коллективами. Я желаю вам успешного выступления, и пусть победит сильнейший!